Салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Яникс наконец-то представил альбом Spring Summer 20, типа такая весенняя коллекция у него. Не шоу улиц, конечно, но не знаю, посмотрим, давайте послушаем, что здесь у нас такое. Так, три популярных трека у нас тут. Босс, совместка с Гонфладом и Покажи как. Не знаю, что, но давайте заценим. И начнем сначала. Гонфлад, конечно, красавчик. Альбом крутой выпустил. Норм. От альбома жду прикольные, охуенные панчи в стиле Янг Яни. Ну и, конечно, флоу. Ну, я них неплох. Интересно. Короче, Гоуфлад забирает себе этот трек. Охренеть, мурашки. Лит. Топчик вообще, ну реально. Но больше всего мне зашел здесь Гоуфлад. Так, покажи как. Интересно, о чем идет речь. Он говорил то, что никто не догадается вообще по названию. Покажи как, ты берешь 6. Покажи как, ты берешь 6. Мы хотим знать, кто из вас здесь. Удиви так, чтобы я занес кэш. Напрягись, бэйби, если твоя цель деньги. Ну я думал, что-то поинтересней. Эй. Ну, саунд хорош. Покажи, как, ты берешь 6. Мы хотим знать, сам трек, ну, здесь. Такое. Так, чтобы я занес кэш. Ну, в общем, покажи, такой папик у нас здесь, Яникс, босс. Сидит и смотрит на стриптизершу, на ее профессионализм и вообще отдача к своему делу, чтобы, конечно же, вознаградить. Так, ну ладно, все понятно здесь. В принципе, VVS. Это у нас о чем? Начало прикольное. Чистота бриллиантов, в общем. Смоки, скажи. Мои камни разжигает в этой девочке костер. Я блок и я рупор. Я рос там, где все тлен, где нет шанса на чудо. Висим в доме у друга. Юром третье утро. Но я не факую с фейком, а по мне все они фейк. Делаю смесь, будто бы шеф. Улица, улица, знай мой вес. Так, ну пока только Гонфлад порадовал. Иди нахуй, я стою на своем месте. У меня есть деньги, меня не волнует пенсия. Мы висим у стойки, раскидываем рексы. У меня есть деньги, неплохо. Меня не волнует пенсия. Мы висим у стойки, раскидываем рексы. Возможно, этот трек выходил раньше, но я что-то не слышал, по-моему, его. До тебя дойдет позже, это джетлаг. Что в моем кармане, это дензнак. Тут, знаешь, моя студия, как будто Кристина Си. Залетаю в рэп-гейм с двух ног, спецназ. Без нас, ты бы так и думал, что рэп-кал. Потому что это музыка без левых. Всегда спереди куплет вне времени. Плачь на премии, хоть я не Эмин. Ну, звучок у него такой зарубежный, короче. Точка, ничего больше. Да, жесткий, жесткий, черствый, черствый. Не суди меня, мой друг. Классно. Жестко вообще. Лайтовая такая тема. Лайтовый флоу. Лайтовый бит. Но сказать, чтобы он прям меня удивлял как-то тут, нет. Тот же самый Яни. А подожди, я, по-моему, слышал этот трек.
Да, я слышал этот трек, видел клип точнее даже. Да, статишка и так далее. Так, босс. Для тебя босс, для тебя босс. Босс уводит Порш на режиме спорт. Подо мною моб, молодая кровь. Все решает здесь, пара майк слов. 8 лет в игре, и я все еще хот. На мне кольца, как на Audi, baby, это Rose Gold. Она ждет, чтоб увез ее в мой дом. Бич, это гоп, стоп, снимай себя все. Повисим с близ, бро, как сиськи милфил. Так и так в игре, мой метод вилка. Я пишу историю, переверни страницы. Пара майк слов. Неплохо. Так, классик. Совместка с обладает серьезное битло. Дубль один, камера. Дамы скользим, не боясь вдохнуться от запаха шин. Грим это гим, дала бил, мэн. На мои уши навешаны брюлики. Хотя мы, мать его, начали с улицы. Нахуй лентяев, удачи не любит их. Пашут, как будто пиздатые. Как будто везде все одно и то же, короче, и по несколько раз он говорит. Вы взяли мой свек в долг, эй, мэн, где моя доля? Там мясо, как Конор. Новый сезон, я порхаю, как Тесла. Сладкий туман, Лондон. Я появлюсь только тогда, когда гаснет свет лампы. Как джин из лампы. Запрыгнул в ламбо. Что ты базаришь там, ты на диване, блядь. Я получил этот сок и не парился. Слышь, я не парился, жду появления фрешмена в памперсах. Центреки поп-чарты прямо из задницы. Если играю, кайфую от тактики. Жду, когда сделаем шоу на статике. Обла заряжена, не нужна практика. Круто, классный трек. Короче, две вот совместки, которые здесь есть, обладает и Gone Flat, вот они топчик. Вот, можно было чисто EP-шку вообще сделать. Да или нет, тоже я слушал. Так, жми на всю. Нешуточная планка, но ничего не бойся. Моя машина мясо, у дома нету жестче. На моей левой кольца, на моей правой кольца. Внесу ее в список, там лишь bad bitches. Прям так и напишем, baby, пусть водитель. Не стоит писать кису, ведь та любит дошики. Тоже моя машина плохо. Мясо, у дома нету жестче. На моей левой кольца, на моей правой кольца. Так, хоу. У меня есть бич, пацаны, я пар. Не поеду в стрип, что мне делать там? Я не нужна недоступная девочка. Факать твою шлюху было бы мелочно. Даже если у меня сильно чешется, не позволил бы себе такой мерзости. Чтобы суки не пришлось, что? Помогай себе рукой. Ты чего ты только ждал? Ты все понимаешь сам. У нее в челюсти целый детдом, а ты целуешь ее языком. Воу, что добавить еще? Псих, покидаю свое шоу. Уф, ну прикольно. Прикольно. Прикольный трек, даже удивил как-то. Так, и последний трек. FF. Какое странное битло. За пацанов пью стоя. С ними всегда как дома. Моя команда, моя фаланга. Мы атакуем снова. Мой прикид, это миллионер. Твой прикид, я бы переодел. Бич мой бро, это миллионер. С ним стрипуха или модель. Все мои пацаны им класть хуй. Вкачанные будто бы Джару. Не любишь нас, дело в IQ. Еще твой низкий IQ. Если хейтишь нас, будете борщить, мы начистим щи. А ты думал как? Big facts. Мои пацаны родом из Уфы. И напоследок я скажу еще. Кондей на максимум даже зимой. Я. Ведь трахаемся мы до 7-го пота. За пацанов пью стоя. Что можно сказать об альбоме? Стильно, модно, молодежно. И все, пожалуй, на эту вот точка. Баста. Я не знаю, вот мне больше всего зашли две совместки с Gone Flat и обладает. Также мне зашел босс, жми на всю, по-моему, хоу и вот последний FF. Ну, короче, половина альбома мне точно зашла. Я просто что хотел сказать, в некоторых песнях слышатся прям вот, ну, одни и те же темы, то есть перефразированы просто вот эти брюлики, ну, вот все эти темы понтов. И такое ощущение складывается, то, что ты слушаешь то же самое, просто тебе немножко перефразировали текст в некоторых песнях. А так, все даже очень неплохо. Ну, выделю я больше всего вот эти две совместки с Gone Flat и обладает. Последний был неплох, Хоу тоже неплох, Жми на всю неплох. Сейчас так, тык-тык-тык, все неплохие, в принципе.
Что еще сказать? Ну, на фоне всех остальных альбомов, которые вышли недавно, «Бульвар Депо» и «Гонфлада», это вот прям очень слабо, мне кажется. Не очень, ну, просто слабовато. Но любителям Янг Яни по-любому зайдет. Это, ну, вообще все на любителя, как бы вы это понимаете. Кому-то заходит такое, любителям трэпа и так далее. Может, я уже не выкупаю, и не выкупаю русский трэп, поэтому ничего не могу такого сказать. Вообще из русского трэпа вот только Яникса я и могу слушать. Он, мне кажется, самый нормальный вообще представитель русского трэпа у нас в России. Все, да-да-да. Не знаю уже, что еще сказать. Пишите ваши впечатления в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.